вставай, нет, ты для меня открывай. С дыханием природы вставай, вставай, вставай. С первыми лучами вставай, целовать не забывай. С дыханием природы вставай, вставай, вставай. С первыми лучами вставай, нет, ты для меня открывай. С дыханием природы вставай, вставай. Целовать не забывай, с дыханием природы вставай, вставай. Вставай, с первыми лучами вставай. Я начал поправлять подушечку, Даша, она уже начала. Понимаешь, прямой эфир — это вещь такая, не терпит отлагательств. Да. Друзья, доброе утро. Мы, Женька, уже так же сходим с ума. Нам сообщение пришло. На самом деле, сегодня отличное настроение вам обеспечено, потому что Женька, мы будем сходить с ума, потому что уже сходим с ума. И вам советуем сходить с ума по-хорошему. Но, понимаю, да, по-хорошему, по-хорошему и по-доброму, не в прямом смысле этого слова. Ну и, конечно, все просыпаться и заряжаться от нас. Самое главное — заряжаться. Как говорится, с какой ноги встанешь, так день и проведешь. Вот да, я... мы встаем с двух ног. Мы с двух ног встаем, но еще и с будильниками в нашей студии. Поэтому, если ваше утро начинается вместе с нами... Ясно. Женька еще не про... Если ваше утро начинается с нами, то все будет замечательно. И вот в дальнейшем вы будете просыпаться не справа, не слева, а сразу с обеих ног, да? Вот это я и хотела Давайте сказать. Давайте все-таки сейчас посмотрим клип, зарядимся, потом поболтаем с нашим гостем, и все будет замечательно. С дыханием природы вставай, вставай. Ну что ж, доброе утро всем еще раз. Не устаю это повторять. Сегодня у нас в гостях замечательный... Это заветная фраза. Сегодня у нас в гостях замечательный человек. Человек, наверное, который кормит, на... кормит весь телеканал Музон, точнее его заведение. Все, не Мату. Он лично, понимаете? Сегодня у нас в гостях арт-директор суши. Ой, точнее... Суши-бара Фишка. Суши-бара Фишка, вот так вот. Вот, понимаете, сказывается, утро еще не проснулось. Доброе утро. Сегодня у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Как ваше утро сегодня началось? Сегодня началось замечательно, особенно с вашей программой. Наверное, с суши. И суши. Скажите, вот интересный вопрос. А вас от суши не тошнит? Нет, ну как может от суши тошнить? Это очень здоровая еда, очень полезная еда. Полезная, если ты знаешь, что именно кушать. Значит, ваш завтрак начинается с суши? Или все-таки овсянки? Овсянки. Начинается он с овсянки, как и все. А уже ближе к обеду начинается, конечно, и с суши. Ага. А от соцсетей зависимы вы? От соцсетей, да. ВКонтакте. Ну, не сильно так зависим, конечно, но... Значит, у вас нет такого, да? Смотрю. Кто перед нами сидит? Арт-директор-то в любом случае. Он должен, да, Инстаграм и ВКонтакте на ты, да? Да, да. В этом случае здесь, да. Но у вас есть такое, что вы вот проснулись, открыли один глаз, полезли за телефоном, смотрите лайки? Да, 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 это обязательно, это обязательно. Как начало в первую очередь, да? Это в первую очередь, конечно, ты поднимаешь, то есть начинаешь смотреть, сразу первый начинаешь в Инстаграме, переходишь плавно в ВКонтакт. Там WhatsApp потом пошел. Да. Слушайте, ну, ни для кого не секрет, может быть, еще наши телезрители не знают этого, но суши-бар Фишка начинается звездный батл, где все наши селебрити, не знаю, артисты, ведущие пытались из себя изобразить поваров и делали замечательные суши. Но, конечно, не сами... получалось, у кого-то не очень. Это не надо на меня сейчас говорить. У кого-то получилось, у кого-то не очень, понимаешь? И вот сейчас держу вот это замечательное меню, я так понимаю, да? Меню. Вот менюшечка. Именно. И знаете, кто сегодня делает у нас первым суши? Серж Позитив, оказывается. Что тебе досталось? Вот как ты вообще... Ой, я забыл, как он назывался. Но, в принципе, он называется сейчас Серж Позитив, да, как я понял. Но его не было никогда в Казахстане. Все, это... То есть эти роллы специально для вас прописал шеф-повар. Ты понимаешь? Это очень круто. Это эксклюзив. И вот если вы эксклюзивные такие суши хотите попробовать, прямиком отправляйтесь, конечно же, куда? В суши-бар Фишка. Только сегодня. Только... сегодня. И вы можете отведать ролл от Сержа Позитива. Для меня было очень легко готовить, на самом деле, с помощью же повара. Для чего они все это делают? Понимаете, не просто так. Не просто так они это делают. Сегодня гости приходят в суши-бар Фишка и пробуют этот ролл специально за счет звезды. То есть этот ролл они попробуют совершенно бесплатно, оценят его, как приготовила звезда, и проголосуют уже на телеканале, на сайте телеканала Музон. Но голосовать можно Музон.тв, субботу и воскресенье. Субботу-воскресенье. Субботу-воскресенье, поэтому... это да.
Вот. И уже выберут с каждой пятерки, выберут каждого участника, потому что трех участников, которые попадут в гранд-финал. Где нас в гранд-финале ждут большие сюрпризы. Мамочки! Они остаются также в секрете. Это первое такое шоу совместно с телеканалом Музон, который нас поддержал. И, думаю, не последнее. Но, как я понял, вот эти вот дневники, да, кто как готовил, они будут выходить в рамках будильников. Да. Все, каждый день, каждый новый гость. Каждый день каждый можете это видеть, смотреть. Но еще и не просто видеть, можно еще и попробовать, понимаете? Да. Это самое главное. Это у нас, да, сейчас на данный момент самое главное. То есть могут люди прийти попробовать. И не только в рамках этого проекта, но это меню останется на постоянно. То есть постоянно будет работать это меню. Вы постоянно можете прийти и сказать, да, я хочу ролл только именно Сержа Позитива. Мне вот нравится только его ролл. Именно он останется всегда загадкой. Там никогда не будет написано ингредиенты, которые входят в этот ролл. Будет только знать сам Серж Позитив и шеф-повар, наш шеф-повар. Да. Суши-бар. Я надеюсь, ты не раскроешь этих секретов, друзья. Ну что ж, сушами мы насытились. Давайте теперь насытимся хорошим настроением. Предлагаю прямо сейчас посмотреть клип на лучшем музыкальном и взбодриться, потому что сегодня у нас потрясающий день. Ну а мы продолжаем этим утром. Сегодня с нами арт-директор суши-бар «Фишка». Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот все-таки арт-директор — это же такая работа, которая требует всем постоянно, понимаешь, руку на пульсе. Сейчас очень много всяких открывается баров, и нужно чем-то выделяться. Вот фишка, фишки, чем? Какая? Фишка есть главная фишка. В нашей кухне не то, что мы стараемся готовить быстро, как многие делают, быстро отдал и непонятно как. У нас очень вкусно, именно можем мы теперь сказать точно, то, что у нас самая лучшая кухня, потому что прошел такой баттл тоже между всех баров японской кухни, да, в Алмате, именно в Алмате. Но Алмата — это единственный такой большой мегаполис, где есть любая кухня. Вот. И среди всех лучших суши-баров суши-бар «Фишка» завоевал гран-при, то есть 4 золотых медали. Чего себе. Из четырех. Обалдеть. По всем роллам, по всем этим судьи признали, независимо признали суши-бар «Фишка» лучшим. Номер один в Казахстане на 2014 год. Вот. Этим мы можем уже хвалиться. Слушайте, и говорить. Мы вас поздравляем, вот эти аплодисменты вам. Спасибо. Вот этим мы можем гордиться, и поэтому мы никогда не боимся никакой конкуренции. Мы идем, делаем самое главное, чтобы радовались люди, которые приходили, наслаждались нашей кухней. Есть вот прям постоянные какие-то клиенты, да, которые уже утро, вот. Обед, во-первых, вечер. Во-первых, у нас всегда гости. К нам приходят гости, и они... Вот, многие приходят на обед, тут же они заказывают вечер на столик, вечером столик, приходят вечером поужинать, отдохнуть уже, расслабиться, и именно приходят очень часто с семьей отдыхать. Не то, что вот у нас, именно мы создаем тот уют, который для семьи, где-то с детьми могут прийти, да, дети могут поиграть. А вот расширяться планируете? Да, у нас вот скоро... Скоро? Мы готовим, да, скоро мы готовим, скоро. Именно гран-финалу готовим для наших всех гостей постоянных. Новую фишку. Новую фишку. Знаете, наверное, ты тоже, да, была, потому что у нас была такая честь посетить суши-бар «Фишка», когда он только открывался на открытии, даже когда у вас еще летника не было. Были столики вот вдоль этого. Такое. Да. И мне очень нравятся фишки, то, что там цены демократичные. Да. Ты можешь заказать суши и подороже, а можешь и не подороже. И всякие супчики есть. И понимаешь, знаешь, что хорошо, что, допустим, Сережа вегетарианец, да, и куда-то, если мы идем, ему постоянно вот он перелистывает 500 раз меню, да, смотрит, что ему можно, что ему нельзя. А здесь мы пришли, и черным по белому написано. Вегетарианские суши, значит, соответственно, ему можно. Вот в этом плюс огромный, потому что очень многие люди сейчас следят за здоровым питанием, да, и менят себя... Да. Как бы меня от себя вегетарианцы. Они что-то подъедают, да? Да, нет, ты на меня не смотри. Я много встречал таких вегетарианцев. Я вегетарианец, все, я не ем. Как шашлыки, я шашлыки ем. Вот мясо я не ем, а вот шашлыки ем. Вот тут нет, как? Сережа у нас такого в этом плане нет. Такой строгий, наверное, вегетарианец. У нас еще есть Наз, да, тоже вегетарианец. Он тоже будет участвовать в суши-баттле. Вы посмотрим, его, кстати, увидите. Да. Ну, а сегодня, конечно же, вы можете попробовать вот этот замечательный ролл от Сержа Позитива. Именно сегодня, причем абсолютно бесплатно, да? Да, абсолютно бесплатно. Можете прийти и попробовать этот ролл. Сейчас, понимаешь, представляешь, мы вот сейчас сказали, да, снесут сейчас суши-бар «Фишку».
столько ртов набежит. Но, а я прямо сейчас предлагаю посмотреть и отлучиться на видеоклип. На видеоклип, да. А далее мы продолжим общение. С дыханием природы вставай, вставай. Ну, все-таки про суши мы поболтали, давайте все-таки о вашей профессии. Как вы пришли в суши-бар? Ты вздохнули. Да. Как вы вообще пришли и стали арт-директор? Ну, в суши-бар «Фишка» я пришел с позиции управляющего, то есть занимался не только развитием, занимался персоналом, да, в ночном клубе работал. Ну, очень часто находился в общепите, работал в общепите. То есть с того момента, когда меня позвали именно на позицию арт-директора, сказали, можно совместить и управляющего, и арт-директора в одном лице, чем, как говорится, разводить много людей. Ну, вот здесь вот начал пробовать свои новые азы, новую должность. Понравилось, да. И это очень интересно. Самое, да. Самое интересное. Да, то есть это получилось. Это действительно мое, то, что я давно искал. То, что это именно раскручивать, постоянно жить в этом, то есть переживать своей работе, да, когда ты можешь проснуться и думать, так вот сегодня чем же удивить наш народ? Нужно чем-то удивить. Вот. Ну и с тем же не постоянно, чтобы не было этого постоянного. А вот не тяжело ли с ночных клубов как-то перебазироваться в такое более тихую, семейное заведение? Да, здесь действительно очень разные русла, допустим, взять суши, это действительно тяжеловато было. Но с этим боремся, сейчас мы еще и, дай бог, в следующем году весной еще и откроем ночной клуб «Фишка». Ночной клуб «Фишка». У нас очень большие планы. У нас это здорово. Будем удивлять город. Ну, а скажите, подбором персонала вы занимаетесь? Подбором персонала непосредственно занимаюсь я и управляющий. А вот когда... Сервис. Да. Нас всегда интересует сервис. Нас первое, на что мы обращаем внимание, сервис. Потому что сервис, мне кажется, это лицо заведения. Когда, на самом деле. Что, как, или он с хмурой улыбкой тебе подойдет, или улыбнется тебе. Все, да, начинается со входа, то есть когда встречают гостя администратор, как он встретит гостя, такое будет уже и настроение у гостя пройти. Сесть и отдохнуть, соответственно, от этого будет. Там второй уже, да, идет тут официант. То есть официант всегда должен найти подход к любому гостю. Он должен сделать... Даже к самому капризному. Да, даже к самому капризному. Он должен то же самое понимать, что он находится дома. К нему как будто в гости пришли домой, чтобы он ощутил себя в гостях. Он мог расслабиться. На то люди и приходят в заведение, чтобы они могли расслабиться. Вот это у нас в сервисе должно быть всегда. А я вот хочу спросить, а по каким критериям вы подбираете персонал? Ну, вот пришел, Сережа вроде бы такой шелковый пришел, хорошенький, а там в первый день взял и нагрубил. Ну, здесь прежде тем, как выйти к гостям, конечно, нужно пройти немаленькую стажировку. То есть самое главное критерий – это человек, чтобы хотел работать, хотел учиться, хотел, стремился к этому. Не так, что он пришел, вот я хочу получить там миллион, заплатите мне миллион, ничего я не все сделаю. Да. Либо ничего не делаю. Нет. Чтобы что-то зарабатывать, нужно хотя бы этого давать хотеть. Что-то, да, и давать и хотеть. Вот это вот первые азы. То есть, если мы видим, человек старается, он хочет учиться, он хочет этого добиваться, то есть мы, наоборот, держимся за этого человека. Стараемся держаться и научить его этому, чтобы он смог. То есть у нас люди не первый год работают в общепите, и все знают прекрасно этот общепит от самого начала до конца. То есть, которые прошли любую кухню и могут рассказать и научить молодых наших. Но сейчас, конечно, уже обстоят дела то, что пошел более ленивый народ, нежели 5-6 лет назад. Ну, естественно, мы согласны с вами. Сейчас найти хорошего человека, который хочет... Который будет работать который еще, будет работать, это очень тяжело, Знаете, я не знаю, как насчет людей хороших найти, а вот хорошие клипы найти можно на лучшем музыкальном. Согласен, на лучшем музыкальном лучше. Что сейчас мы и сделаем. Природы, вставай, вставай. Ну, Жень, давай, начинай. Я жду все-таки, когда ты начнешь. Сережка, а я на тебя все возложила, понимаешь? Но сегодня, друзья мои, замечательное событие, потому что именно сегодня Серж Позитив делает вот эти самые позитивские суши, понимаете? Вот съел такие суши, и все, позитив есть. Но причем туда кладут все натуральные ингредиенты, все нормально. Без миска ты делал? Без миска делал и без всяких средств, которые повышают... Которые плохо влияют на наш организм. Вот, да.
ты хотел сказать. Повышает. Вот, поэтому именно сегодня вы можете попробовать эти замечательные суши абсолютно бесплатно в суши-баре «Фишка». А давайте все-таки адрес скажем, суши-бар. Да, Абая Тулюбаева, напротив UIB, Абая 27. Замечательно расположен этот бар, потому что в центре города, очень удобно на самом деле. Можно заехать, перекусить в любой момент. И, знаете, мы уже всем телеканалам, да, как сказать, кормимся, питаемся уже не один месяц. И замечательно. Вот это круто, вот это классно. Мы всегда сидим. И теперь-то, друзья мои, самое время посмотреть, как это все происходило, как бедненький Сережа у нас там заворачивал все эти листики, возился с кухней. Прям не сейчас дышал. Не дышал, потому что болел. Вот, посмотрим прямо сейчас на лучшем музыкальном, друзья. Здравствуйте, Серж. Здравствуйте. Приготовим ролл в вашу честь. Здорово. Можете вытянуть карточку, и мы узнаем, какие ингредиенты будут входить в ваш ролл. Ага. Блин, ну, главное, мне бы досталось, знаете, что-нибудь полегче. Так, ваша карточка номер 13. Тунец японский, омлет, авокадо, тобика оранжевая, кляр. Это у нас будет запеченный, точнее, жареный во фритюре ролл. Очень вкусный. Ну, я вам верю. Ну что ж, Серж, для нашего ролла понадобятся следующие ингредиенты. Это нори, тунец, авокадо, икра летучей рыбы, японский омлет, рис. Ага. Приступим к приготовлению. Давайте. Руки смачиваем для того, чтобы не прилипал рис. Рис специально он как-то варится по особому рецепту или нет? Рис варится просто в воде, потом перемешивается с соусом. Это чтобы он был как кашица или как? Ну да, чтобы он был более липкий. И, ну, соответственно, и придавал вкус. Ага. Был вкус у риса. Раскладываем равномерно, сразу не придавливай, просто раскладывай. А вы изначально были поваром суши или все-таки нет? Ну, или разноплановый повар? Вообще, я изначально повар японской кухни, но я знаю европейскую, знаю итальянскую кухню. И начинаем так выкладывать. Все, теперь рыбу, да? Нашу начинку, да. Посерединке ее класть? Да, ложим посерединке. В принципе, наш ролл готов. Сейчас мы его резать будем, да? Нет, мы его сначала кляр и во фритюр. Итак, ролл мы пожарили, да. Так. Приступаем к нарезке. Приступаем. Для начала режем наш ролл пополам. Все, приступаем к оформлению наших роллов. Давайте. Так, тарелочка, берем салат микс, помидорка черри, разрезаем повдоль на 4 части. Кстати, я хотел вот спросить у вас, это же васаби, да? Да, это васаби. Я хотел спросить, вот есть васаби острый, есть не острый? Просто у меня один раз, я когда путешествовал в Таиланде, и у нас он не очень острый. Я, получается, всегда у нас клал, точнее, брал его очень много. Там я попробовал так же, у меня чуть глаза не вывалились, да, и сушей пар пошел. Бывает разновидность васаби именно. По остроте, да, наверное? Да, по остроте. Это получился замечательный ролл. На самом деле, первый, я уже говорил, у меня опыт плачевный был, а здесь не все так плачевно, на самом деле. Так что ролл Серж готов? Да. Ну, Сережка, что я тебе могу сказать? Посмотрела? Посмотрели мы, да? Ты молодец, держался столько. Да, ну вроде бы меня повар похвалил, в отличие. Но не будем сейчас рассказывать все секреты. Ну, друзья, теперь каждый день в рамках будильников вы будете видеть звездный батл. Сначала идут наши ведущие, да, потом идут... Потом наши артисты, певцы. И, кстати, голосовать можно на сайте телеканала Музон. www.muzon.tv в субботу и воскресенье. В Астраве открыты выходные.
все, отлично, все сказал. Так, все же, чем нас будет удивлять дальше? Дальше будем дальше удивлять. Больше, да? Дальше больше, дальше мы будем двигаться дальше. Сейчас мы начали именно с наших казахстанских звезд, потому что я считаю, наши казахстанские звезды уже заслужили, чтобы их хотя бы покормили, да? Да, чтобы в честь них уже что-то придумывали специально для них, чтобы люди гордились этим. Я хотел узнать, кому пришла идея такого замечательного батла? Идея пришла нашей общей команде. Ага. То есть ты не один, да, получается? Ну да. Мы совместно, конечно, прорабатывали, думали, пришли какие-то идеи каждому, то есть доработали эту идею, решили вот именно с первым музыкальным, так как мы стали первой японской кухней в Казахстане, решили нужно с первым музыкальным провести вот этот вот конкурс. Да, и также будет, конечно, будем ждать гранд-финал, который пройдет в декабре в новом уже заведении, и будет очень масса-масса больших сюрпризов и подарков для наших участников. Круто. Слушайте, ну мы будем забегать теперь почаще даже, понимаете? То мы раз в недельку были, а сейчас будем и три раза в недельку. Тем более там появятся суши от различных звезд, да, от нашего селебрити. И все-таки давайте уже, наверное, подведем итоги. Вы можете сейчас доброе утро пожелать всем. И, конечно же, призывать народ, чтобы он обедал, ужинал, завтракал. Здоровой пищей. Да. Все Алматы желают доброго утра, отличного дня. Всему Казахстану, да, действительно. Да. Всему Казахстану желают доброе утро, отличного дня. Сегодня, как говорят многие, понедельник день тяжелый. Не думайте об этом. Вот. Стремитесь к хорошему, идите вперед, работайте. Можете заехать в самый лучший, самый первый, получается, слушать лучший музыкальный канал и приехать в лучший суши-бар, отведать замечательный ролл от Сержа Позитива. Да. Вот. Будем всех ждать с нетерпением. Сегодня мы дадим вам попробовать новые роллы. И чтобы вы голосовали за наших участников, которые поедут в теплую страну. Нельзя было, наверное, уже раскрывают маленькие секреты. Кстати, Женя уволена с сегодняшнего дня. Вы не увидите с ней дневник. Ну и все лавры Сережки достанут. Вот так конкуренция, видите, избавляется. Хорошо, понимаешь, что Сережка так, кто поедет? Конкуренция сильная. Конкуренция сильная вещь, понимаете, но хорошая конкуренция, это всегда год. Ну что же, мы первые, кто придем попробовать эти сегодня суши, тем более Сережка Позитив так старался. Давайте, друзья, приходите и пробуйте. Ну и, конечно же, залог хорошего дня – это смотреть лучший музыкальный и обедать в лучшем суши-баре. Не только обедать. Ну и ужинать и завтракать. Вот и все. С дыханием природы вставай, вставай. Ну что ж, я теперь буду с нетерпением ждать нашего суши-батла. Ну, кто же выиграет, Жень? Кто же поедет в теплую страну отдыхать? Знаешь, мне это очень интересно. Но, а с кем знаешь... Женька поедет, если выиграет? Конечно же, с семьей. Окей, договорились. Жень, мне все-таки понравилась сегодня наша беседа. Она была такая легкая, непринужденная. Позитивная, посмеялись. Немножко хорошо провели время, и надеюсь, вас, друзья мои дорогие, разбудили. Поэтому все, кто еще только-только открывает свои глазки, ну а кто, может быть, проснулся вместе с нами, всем, конечно же, отличного утра. Ну и сегодня все-таки же понедельник. Да. День тяжелый, но с нами у вас не будет тяжелого дня. Легкого дня вам, друзья. Смотрите утреннее шоу «Будильники» и просыпайтесь вместе с нами. Вставай, с первыми лучами вставай. Место для меня открывай. С дыханием природы вставай, вставай, вставай. С первыми лучами вставай. Целовать не забывай. С дыханием природы вставай, вставай, вставай. С первыми лучами вставай. Место для меня открывай. С дыханием природы вставай, вставай, вставай. С первыми лучами вставай. Целовать не забывай. С дыханием природы вставай, вставай.